В интернете сегодня обсуждают еще одно решение украинских властей. Речь идет о Полтаве, где прямо накануне Нового года местная администрация захотела обновить асфальт. На видео, опубликованном жителям города, рабочие кладут свежее дорожное покрытие поверх выпавшего снега. Все это происходит при температуре минус 4 градуса. Новый асфальт появился на двух центральных улицах города – Черновила и Сковороды. Власти признали нарушение строительных норм, но заявили, что повлиять на ситуацию не могут. Тендер на работы выиграло частное предприятие, принадлежавшее бывшему депутату областного совета. Деньги фирма получила еще 2 месяца назад, однако ремонтировать дороги решила только во время снегопада. Может